Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Всем привет! Я рад, что вы заглянули на канал Game Division. И сегодня Николай, кружка-промоутер, и я, Григорий, продолжим вам рассказывать о мехах, населяющих суровую вселенную Battletech. Да. И даже немножко обратимся к фауне. Возможно. В рамках программы подготовки к вторжению во внутреннюю сферу клан Звездного Лужа захотел новые разработки. И создал клан мех Уж. В сфере также позже известный как мех Пума. Он у нас имеется в клан стартере. Это легкий мех 35 тонн. 6-9 в рамках передвижения по карте. То есть это лайт, который даже может побегать быстро. Но самое главное, что есть, собственно говоря, в этом мехе, это его нестандартный, я бы сказал, для легкого меха вооружения. Потому что уже праймовая конфигурация говорит о том, что кланы не только готовились во внутреннюю сферу вторгаться, но и готовы были, так сказать, как это, делать это с размахом. Скорее были готовы к экспериментам, не пойми, во имя чего и ради чего. В общем, праймовая конфигурация меха, собственно говоря, Адр. У нас это два ЕРППЦ и немножко хитсинков и компьютер наведения, то есть таргетинг компьютер. Кстати, сколько там хитсинков? 20. Пострелять из двух не всегда получится. Вот, то есть вы будете перегреваться сразу на 10, если бегали на 12, если я правильно помню. Да. Вот. Но зато если вы попадете два раза, там даже медиум мех может, соответственно... Как это? Немножко ему станет плохо. Да, всем станет плохо. Также этот мех, который может убить другой мех ваншотом, то есть попадаете кому-то в голову, там уж неважно будет, так сказать, как говорится, размер, объем и скорость противника. Это достаточно, на мой взгляд, успешная конфигурация, но переходим к конфигурации А. Конфигурация А у нас тоже очень простая. Это Air Small лазер для близкого боя и две ЛРФ-20, которые, собственно, расположены в руках. Очень интересно, что именно, собственно говоря, Puma, Adder, собственно, они почему-то как-то... В последующей конфигурации мы еще расскажем, но очень удобно встали клановские, собственно, ЛРФ-20, то есть в потенциале мех может нанести, если до 40 дэмэджа в кого-то. То есть вы можете побегать, еще, собственно говоря, пострелять. Но у этой конфигурации есть всего лишь 12 выстрелов на каждую, соответственно, установку. Поэтому, как говорится, долго не постреляете, но зато перезаряжается, как у меня, и быстро. Интересно. Мы рекомендуем вам попробовать эту конфигурацию и, собственно говоря, как-то изучить. Напишите в комментариях, если кому-то это удалось. Конфигурация Б. Два Air Medium лазера, Large Pulse лазер и LBX-5. Я бы сказал, что такому вооружению позавидуют некоторые средние мехи, а тут у нас, соответственно, на легком. Вот. Это вообще столько всего получилось запихнуть в Пуму, потому что у нее эндостильные, собственно говоря, по-моему, движки и ферфибровственная броня. То есть это максимально облегченные, соответственно, новые, как говорится, как это современно говорят, композитные материалы. Да. Вот, что позволяет неимоверное количество оружия не впихнуть. Эта конфигурация явно предназначена для того, чтобы неплохо работать, в принципе, и на больших дистанциях, и на средних дистанциях, и еще учитывая скорость этого меха, неплохо так маневрировать. То есть, опять же, средние мехи в редких случаях, если не изменяет память, достигают таких скоростей. Ну да. А здесь мы совершенно спокойно либо забираемся на необходимую огневую точку и прячемся за складками местности, либо же, второй вариант, подбираемся к мягкому. И к мягкому какому-то фрагменту меха. Нет, 6-9, конечно, не позволяет вам стабильно забегать за спину, но, скажем так, просто набегать на модификатор +3, например, пробежав 7,
Вполне можно. Она корова, она может набирать? Конечно. В особенности с элементалями. Взял, привез элементалей, сбросил и вместе пошли грабить. Да, как вариант. Какая же дальше модификация? Конфигурация C, как ни странно, предполагает командную работу. Это Medium Pulse Laser, 2 LRM 15-х уже, но уже 16 выстрелами на каждой. И самое интересное, это установка NARC с 6 патронами, которые позволяют помечать свои цели и более упреждающе попадать в нее ракетами. То есть количество кластерных хитов от ракет, которые, на которых стоит этот маячок, увеличивается на плюс 2 от каждого попадания. При каждом попадании. Соответственно, если у вас попал LRM 15, вы бросаете не просто по таблице кластеров, а с модификатором плюс 2. То есть, если, например, вы пометили какой-то мех, и у вас еще в группе имеются мехи с ракетами, то они тоже получат, соответственно, этот бонус. А также еще можно поставить специальную наркомуницию, но это об этом мы расскажем уже попозже. И мы переходим к конфигурации D. Это Ярваш Радер, Стрик СРМ 2, две штуки, и, соответственно, Ультра С5, 5. Как мы видим, собственно, Гомех очень хорошо вооружен. У него достаточно много вариаций хороших, и которые можно применять в разных боевых условиях. И выбирайте любую, и для стартера он прекрасно подходит. Да, собственно говоря, и не только для стартера, не только для старта. Он, в принципе, неплохо подходит и в дальнейшем использовании. Ну и действительно, научиться им играть будет очень интересным, очень познавательным, очень продуктивным. Так что, почему бы и нет. А поиграть в замечательную игру BattleTech можно в не менее замечательном клубе Neofit в городе Москва. Ссылки в описании и в начале ролика. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Также вы можете поддержать канал. Все ссылки также в описании. А на сегодня все. Всем пока!